сьогодні. Тема нашей сегодняшней программы – охота на сирот. Саша сирота. Кроме меня ей помочь некому. Бабушка ребенка найдет способ отобрать малыша? Татьяна Владимировна имеет хорошие связи. Что за драма произошла в жизни вашей сестры? Владимир, отец Миши, так. Он ее изнасиловал. А мать насильника устроила охоту на малыша? Да. Она хотела его купить. Я рідна бабушка, як я можу предлагать? Это было, когда вы уже выиграли. Він голодный постоянно, грязный. И вона ходит бомжує с ним. Эти две женщины, три, я думаю, женщины, и Саша в первую очередь, заставляют ребенка страдать. Владимир, вы встречались? Да. Вы ее изнасиловали? Говорить Украина. Сегодня 19:45 на канале Украина. Уважаемые наши зрители, смотрите еще больше невероятных историй. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.